Всем приветики. Хочу рассказать вам про одну из фишек вот такого типа фонарей, а именно про их кнопку. Мы, когда нажимаем на нее, обычно жмем один раз, и оно загорается, просто щелкаем. Но можно нажать, когда включили, наполовину. И тогда идет переключение режимов. Вот оно темнее, темнее, дальше пошло мигание и сигнал SOS. Просто жмется не полностью, а наполовину. Здесь то же самое. Нажали, потом до половины. Мигает. Оба они от фирмы Кри. Кри, кстати, хорошие фонари от фирмы Кри. Вот. Этот еще выдвигаться умеет. Задвигаться и выдвигаться луч формирует. Либо большой, либо маленький. Кстати, маленький, если сфокусировать линзу, то будет видна именно те линии, которые создают свет. Вот таким вот образом. Ну и в темноте это выглядит как-то так сейчас. Вся суть именно в нажатии наполовину, то есть не полностью нажатие, а наполовину. И тогда идет переключение режимов. Вот, как-то так, на этом все. Всем покедова.